Ребята, всем огромный привет! С вами по-прежнему Овер и Фони, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Human Fall Flat! Всем привет, ребята! Ну что ж, друзья, мы также продолжаем проходить различные карты из мастерской Steam. Ну и, в общем, друзья, мы нашли для вас прикольную карту. Посмотрите, ребят, это настоящий Death Run, полоса препятствий. Невероятный скилл-тест, друзья. Я даже, Андрюх, боюсь смотреть, что нас ждет впереди. Огромные трубы, какие-то всякие штучки. Да, это только первый уровень. Написано level 1. Тут также у нас, это, наверное, правило. There is a hidden reason map at the way of the shootout. Да. Либо something might make up 2 и так далее. В общем, ребят, короче, это нас приветствует тут автор. В общем, не будем долго затягивать. Андрюх, ты готов проходить эти испытания? Ну что ж, ребят, лайкусик и погнали сразу. Это реально скилл-тест, друзья. Под такого еще в Human Fall Flat я не помню, чтобы я проходил. Вот предыдущее что-то похоже было, да, у нас, но не так. Ой, Андрей, я встал вот здесь. Прошел, ебать. Что у нас? А тут такая же, только со стенкой, друзья. Посмотрите, как нам проходить, бро. Может, за стенку нужно хватать. Ладно, погнали. Меня бьет, братан. Вау, о май. Я зацепился. Ты зацепился тоже? Да, здорово. Что делаем? Давай поздороваемся, брат. Ты нас только держишь сейчас. О, за твою деревяшку держусь, братан. Оп, раскачиваюсь, друзья, и полетел, не получилось. Ладно, друзья, окей, пробуем еще раз, ну слушай, это уже второе испытание, да, препятствие было невероятно сложно, нас откинуло куда-то далеко, и чекпоинта, нет, братан, кстати, в натуре. Офигеть, и как это проходить, друзья, это невероятно сложно. О, Андрюх, красава. Капец, красава, да, бро, ё-моё. Как меня вынесло, слушай. Да, я потом увидел, братан. Ну ничего, ладно, друзья, будем потеть, будем проходить. Максимальный пот. Стой, почти нормально. Зацепился, ё-моё, немножко не хватило, знаешь. Но, блин, был я уже близок, кстати, на самом деле, к тому, чтобы пройти вот эту первую трубу. Блин, это же первая только труба. Диман, у меня нога застряла. Брат, сейчас помогу, стой там. Помоги. Оп, оп. Оп, братишка. Давай, брат. Нога, можно ее как-нибудь отпилить? Я не знаю. Братан, по-моему, все, по-моему, тебе хана. О, ты вылез. Красава, бро, красава. О, нет, стоп. Выжил, а я выжил, брат, я выжил. Лол, я прошел. Да, я прошел, но тут дальше, братан. Похожая штука, только больше этих, блин, ё-моё. Читы, оп. Читы? Какие читы? Я вон упал вообще-то, братан. Я вон сзади уже тебя. Я не прошел. И понимаете, друзья, это все нужно проходить без чекпоинта. То есть у нас еще не было ни одного. Я и так столько уже... Да, препятствий прошел. А как это вообще делать? Как это вот делать, если я вылетаю, братан? Да я не знаю, братан. Ну, возможно. Это вообще для каких-то реально азиатов, друзья, все сделано. Да, просто капец. Мы-то, блин, обычные люди. Мы не можем такое проходить без чекпоинтов. Мне бы вот здесь вот чекпоинт, брат, и изи я бы проходил. Но надо вот чекпоинт. Автор просто бешеный придумал, реально. Вот капец, для каких-то, блин, просто жестких ребят. Красава. Но там дальше, брат, еще такая будет крутилка. Ее тоже уже надо проходить, братан. Вот, пробуй. Че, улетел ты там? Не, вижу, вижу, борется, ребят, он. Борется, борется. Красава, красава, прошел? Красавчик, брат. Какая-то жесть. Ё-моё, наверх. Наверх вылезти, наверх сюда, пожалуйста. Как? Опять меня откинуло. Ты дальше тоже чекпоинта нет после той крутилки? Серьезно? Ё-моё, да. Ребят, там, представляете, даже дальше нет. Я не знаю, как это проходить. Там потом какие-то вертикальные крутилки. Ладно, сейчас будем, это сейчас будем потеть. Ладно, окей, хорошо, полетели. Максимум пота. Блин, подружили. Я теперь вот первую прохожу на изи, брат. Вот первую я могу пройти. Тоже, вот, так, тихо, меня только не трогай, брат. Хорошо. Хорошо, поползли, друзья, поползли. Прыгаю. Ебай, хорошо, теперь вот сюда, вот так вот, оп. Нормально, нормально, прошел. А дальше-то как вот эти штуки проходить, братан? Вертикальный и... Да, ладно, погнали.
О, первую вертикальную прошел, а дальше не просто вертикально, дальше прям я прошел! Да ладно. Есть! Лови сейвинг, бро! Давай ко мне, братан! Давай, давай, ну попробуй пройти, конечно, но если... Ну, ладно, все, здорово! Здорово. Офигеть, друзья, вот видите, почему плюс проходить в онлайне все это дело, потому что я вот прошел, и Андрюха ко мне. Если бы я не прошел, вот Андрюха бы не прошел. Ну, давай, ладно, если пройдешь быстрее меня это препятствие, то как бы будет круто. Но пробуем, ребят, потеть. О, господи, господи. Полетел, по кайфу. Ну, хотя бы у нас уже, друзья, чекпоинт здесь. Это левел 2, что-то новенькое уже у нас. И это реально круто. Посложнее, так понимаю. Да, ну, походу, посложнее, реально, братан. Да куда еще сложнее-то, если честно, братан? Куда еще сложнее-то? Я прошел. Я полез, братан, куда-то дальше, но имею в виду это препятствие. Ползу, брат! Ебой! Офигеть, слушай, а тут, короче, такая засасывалка, братан, между труб. Господи, я прошел. Где я? Где, брат, где? Где? Я не вижу. А, ну я не видел, братан. Тут какой-то кубик, друзья. Господи, я прошел! Я прошел еще одно, братан. Давай ко мне. Или как там? Да, еще чекпоинт. Я уже падаю. А тут-то как проходить, братишка? Посмотри, тут вообще невероятно жесткая, огромная труба. Как вот нам ее проходить, братан, надо? Каким образом? Давай вот так. О, вместе-то куда? Ё-моё, вместе. Просто я на тебя залез, братан. Давай так попробуем, подсади меня. Давай, мало ли, я попробую наверх, да, подпрыгнуть. Ну-ка, давай, братан, я залазю на тебя. Побежали, тихо-тихо-тихо-тихо! Нет, я же говорил, остановись, ну типа тихо-тихо, погоди, я не залез, потому что... Давай еще раз, подбеги максимально близко, я сажусь к Андрею на шею, ребят, и пробуем. Погнали. Оп, поехали, побежали, побежали. Прыгаем, братан! О, ты зацепился, что ли? Нет, а я остался, кстати. Ладно, пробую сам, пробую сам, пробую сам! Нет, офигеть, оно туда просто, ребят, под эту трубу засасывает, братан, и все, посмотри, вот и до свидания, вот. Да, сразу и просто, и побежали, офигеть вообще, вот это невероятный пот, братан, я не знаю, ну, так, может, ты пройдешь что вот эту штуку. Обычно проходят такие карты, можно нам заговорить на их языке, вначале ты говорил на английском. Не знаю, братан, попробуй, о, ебой, ебой, я тут, брат, достань меня. Достань меня, брат, помогай, помогай. Тебе руку, дружище. Ну так подойди, достань, подойди, достань. Да не бойся, брат, подходи, доставай, подходи, доставай. О, понятно, а я его, ребят, доставал. Вот я его доставал, я ему помогал. Ладно, иди сюда, братишка, иди сюда. Вот, давай, давай. Иди сюда. Все, брат, красава. А что мне делать-то? Я застрял, ребят. Я не знаю, братан. Ну давай загружусь. Так, все, по идее нормально, да, на этом чекпоинте все хорошо. Но просто в любом случае, братан, если бы ты даже не подошел, ты бы загрузился с, ну, со мной. Прошел бы дальше. Да, до чекпоинта? Ну тогда ладно. Не, ну я не знаю. Типа ты прошел дальше? Не может быть, братан. Не может. Да не обижайся, братан, не обижайся. Так что все нормально. Вот сейчас проходим оба, смотри. Погнали! Оба. Погнали вдвоем! Братишка! Вдвоем я выпал. А ты прошел! Красава! Да, я прошел. Смотри. Красавчик! Вот а это неплохо было. Бешеные кубики. Да я вижу. Я не знаю, брат. Я вижу, что они бешеные. Я вижу, что они бешеные. Я не вижу ничего больше. Я не вижу. Я упал. Господи, ну за что мне это? Я зачем за кубик, короче. Ага. И чё? И упал? О! Нифига! Нифига, я перелетел, брат! Господи! Вот было бы прикольно, ребят, перелететь на чекпоинт вот таким вот методом, было бы четко. Просто. Я вот тут еще у трубы. И вот здесь, на первой. Красава! Красава! Я не знаю, брат, что там за салфетка. Откуда я знаю, как ее проходить, братан? Я без понятия. Я просто. Можешь тебя подождать. Без понятия. Да, давай попробуем. Ё-моё, за что? Oh, за что? Ты прошел? Ты прошел? Красавчик, да, красава. Вот, друзья, и Андрюха братишка. Взял сейвинг, да. Но я попробую сам пройти. Я уже у квадратиков, я у кубиков, я у салфетки. На одном дыхании я сам все прошел. На одном дыхании просто. Офигеть. Самое время привет твои знания английского языка. Так, this one is the Holloway Road. И там чит. Насколько... Подожди. А, мы можем, короче, оббежать это, братан. Если мы не сможем это пройти, да, мы сможем оббежать. Но мы, ребят, что, боимся трудностей, что ли? Ничего, мы не боимся. Побежали. Побежали.
побежали, 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 я пройду сейчас, стоп, стоп, я зацепился, братан. Я пройду, я. Погоди, 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 какую кнопку отпускать, где какая рука, вот эту. Вот эту! Теперь зацепляемся! Давай, давай, братишка, я тебе дам руку! Я зали... Тихо, тихо, какую, погоди, отпускать? Вот эту? Теперь вот так, наверх! Тихо! Тихо! Какую отпускать? Вот эту? Капец! Оп! Зацепись ты! Нет, плохо! Какую отпускать? Вот эту! Я не знаю просто, какие давай, руки! Помогу, тихо, там, тихо, тихо, брат! Залази я наверх! Можно подставить музыку из роки там. Вот! Вот, нифига, друзья, я пройду, я пройду. Давай, тихо, раскачиваемся, да, да, раскачиваемся, да. Раскачиваемся. Эть, эть, бой! Я прошел, дальше, брат, полезли. Что это за интересно, гигантская штуковина? Смотри, там большая. Не знаю, да, а, там вообще, ну погнали, посмотрим. Тихо, я не зацепился, просто, да. Ну-ка, друзья, раз, два, три. Три. Ебой, полезли, бро. Куда летим? Куда летим мы с Питочком? Я застрял. Погоди, а я вот тут, брат. Давай, падай. Вау, тихо. Ебой. А, это конец, все. Так быстро мы прошли. Самое сложное, по-моему, было первое испытание, братан. Там больше всего мы падали. Да, а дальше, ребят, не особо сложно, но это было мега круто. Все равно мы с Андрюхой попотели. Да, и это концовка. Ну, пойдем посмотрим, что вот это хотя бы такая за штуковина. Погнали. Я не знаю, может, это доп. Испытание какое-то. Хотя, мне кажется, это просто, братан, для вида. Я не знаю. О, засасывает, ребята, в трубу. Ты не схватился? Да, но она мне переехала, и все, братан. Она мне переехала. А, ты на ней катаешься. Ну, понятно. Да. Ну, в принципе, друзья, на этом можно и закончить наш сегодняшний ролик. Мы с Андрюхой надеемся, что подняли вам настроение. Обязательно напишите в комментариях, что нам еще такого интересного позаписывать Human Fall Flat, потому что карт очень много. Прям можете скидывать название карт, либо какие-нибудь идеи, друзья, в комментариях. Будет действительно классно. Ну, а с вами по-прежнему были Овер и Фоня. Ссылочку на канал Андрюхи ищите в описании. Там же в описании ищите ссылочки на наши социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Обязательно туда подписывайтесь. Ну, а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего на наших каналах. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, оставлять много же положительных комментов и не забывайте про колокольчики. А на этом у нас все. Всем удачи и пока-пока. Всем пока, ребята.